Сегодня день у меня такой был, не знаю, как сказать, ездила на похороны. Конечно, я не готова выложить видео, да, с похорон. Но я живу в Швейцарии, мне нужно интегрироваться, поэтому я посещаю все мероприятия, которые мне возможно, чтобы увидеть, как это все происходит, как люди ведут себя, какой этот процесс, сколько это стоит. Вся эта информация, конечно, для жизни всегда важна. Ну вот еду обратно и прямо с дороги увидела, на расстоянии стоит вот такой домик. Поставила там машину, пешком пошла и начала этот объект смотреть. Всегда хотелось такой дом. Вот чтобы был и магазин, и как бы сама вот эта вот деревня рядом. И в то же время дом был на удалении небольшом, с отдельным подъездом и так далее. Вот сейчас показываю вам. Этот объект, конечно, не продается, сразу скажу. Но я ищу что-то наподобие такого дома. Понятно, что многие хотят, например, квартиру суперсовременную, дорогую, в доме и так далее. А мне бы подошел бы вот такой вариант. Я вижу, что здесь все возможно, и парковка, и можно сделать и сауну, и можно сделать помещение для семинаров. И здесь немножко есть и сада, и гараж есть, и на высоком месте он находится. Ну, если нужно дойти до деревни, то тоже здесь рядышком. Пишите, друзья, кто-то любит еще такую относительно уединенную жизнь? Или все-таки больше нравится, когда ты проживаешь в многоквартирном доме, и сверху, и снизу ты слышишь все звуки? Или вот так, почти на природе.